Смотрите, тот, кто не ведет себя как принц. Никакой он не принц. А я не верю, что он может быть принцем. Если нас всех Даргис закроет, как и Кристофера с Клауди, мы можем погибнуть. Нет, мы не сдадимся. Все равно, кто этот кот. Если он похож на принца, то значит, он может нас спасти. Нужно задержать этого кота как можно дольше, пока Даргис отсутствует. Давайте сделаем все условия, чтобы он подумал, что он принц. Тихо все, он идет. Приветствую вас. Винстон, не мели чепухи. Я очень устал и хочу пойти отдохнуть. Ты уже уходишь? Подожди немного. Вот же твой дом, твой двор, это все твое. Что? Ты хочешь сказать, что это все принадлежит мне? Конечно, Ваше Величество, это все ваше. Ну, если так. Прекрасно. И не называйте меня больше Ваше Величество. Говорите мне Ваше Высочество. Мне так больше нравится. Очень хорошо. Ну вот, я добился, чего хотел. Слушай, что я говорю, и ты будешь отличным котом. Чтобы крутиться, нажми кнопку с кругом. Таким образом можно это использовать, чтобы разбить предметы. Возле вазы нажми кнопку с кругом и сможешь ее разбить. У вас будет веселое настроение.